Владислав Третьяк стал гостем Сахалина. Титулованный голкипер на острове посетил товарищеский матч между нефтегазовой компанией и региональным правительством. Завершали визит президента Федерации хоккея России мастер-классом от красной машины. Тему продолжит мой коллега. Решетка на маске не просто дополнительная защита. За ней юные хоккеисты прячут восторг от мастер-класса. Андрею Ковалеву сдержать восхищение непросто. Перед тренировкой его клюшку подписал сам Владислав Третьяк. Мне кажется, это очень интересно. Владислав Третьяк прилетел. Я хочу получить новые знания о хоккее. Как правильно, может быть, двигаться и что-то, еще. Как правильно играть. Вместе с Андреем на мастер-класс пришел и партнер по команде. Даниил Лещев тоже занимается в спортшколе «Сахалин». Несмотря на пример Третьяка, вратарем парень быть не захотел. Таланты клонят чашу весов в сторону других позиций. Я, например, сильно бросаю. Сильнее всех в команде. У меня бросок. Мне нравится в защите. «Красная машина» – бренд, известный с советских времен. Сегодня им называют не только сборную страны, но и национальную программу подготовки хоккеистов. Мастер-классы для молодежи тренеры проводят по всей стране. Только в прошлом сезоне они посетили свыше 120 школ. Занятия организованы для мальчишек и девчонок от Дальнего Востока до Калининграда. Подход на всем пространстве разный. У нас есть несколько вариантов проведения мастер-классов в зависимости от технической готовности ребят. Есть более сложные уровни, есть немного попроще. В данной конкретной ситуации, как вы видите, на льду ребята больше из любительских дворовых команд, поэтому сегодняшний мастер-класс будет проходить в таком несложном техническом режиме. На мастер-класс прибыли ребята из южных районов области. Большая часть из них – воспитанники спортшколы «Сахалин». Такая тренировка пришлась очень кстати. Ребята готовятся к дальневосточным играм. Влад Французов, Иван Гамзов, Илья Назаров. Солнце ТВ.